Всем привет, снова с вами распаковочка. Наконец-то пришли щетки электрические для стиральной машинки. Так, вскрываем и смотрим. Прошло очень много времени, 2 месяца, почти 2 месяца прошло. Я их заказал, наконец-то они пришли. Я их доставать не буду, потому что сейчас весь испачкаю здесь. Значит, такие вот щеточки. Ну так понятно, для знающих, что это такое. Контактная площадка, которая приплавится к нужному месту. Сама щетка. Здесь уже она заточена, сошлифована. Ладно, давайте открою, так не особо видно. Испачкаюсь ради вас. Вот щеточка беленькая подложена, будет виднее. О. Вот видно, что здесь сточено уже. Даже не под углом, а уже под круг, под радиус. Это пружинка выталкивающая. Ну, это вот контактная площадка. Там, наверное, где-то она вставляется. Но у меня придется отпаять просто. И провод припаять на клемму. Я вот долго ждал. Купил на рынке здесь обычные щетки. Самые дешевые. Но, тем не менее, здесь они оказались 3,5 раза дороже, чем вот эти. И здесь вот просто квадратная щетка. Без угла, без всего. Но ничего, пока работает. Стиральная машинка пашет. Я думаю, это то же самое. Маркировок никаких нет на щеток. Обычные щетки. По нормальной цене. Я думаю, 100 рублей для таких щеток — это вообще подарок. Спасибо братьям китайцам. Выручают. Посмотрите артикул, если кому-то надо. Заказывайте. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.